тому, что дышит этим воздухом снег. Поем? Сердце переходит наверх, когда тебя я давно не вижу. И началась эта история, как мы уже
Мы же сами сказали 7 лет и 5 месяцев назад. Анастасия приехала в Юрское погостить у подруги. Подруга здесь? Нет. А, нет. Вечером они вышли гулять, и мимо них проезжал Сергей с друзьями на велосипедах. Парни подошли познакомиться. Обменялись контактами и встретились на следующий день. А через 3 месяца начали встречаться. И, уважаемый гость, я хочу, чтобы мы сейчас с вами очутились в то время 7 лет и 5 месяцев назад. Я вот для этого попрошу поднять сейчас бокалы. Мы поностальгируем. Давайте выше бокальчики.
И даже ангел твой хранитель. Я приглашаю всех на танцпол! Все! Ну что ж, Олег, где разыграли бы вас? Вам понравилось? А ваша невеста понравилась вам? Это был Миша! Ну что ж, три части наших молодоженов – это их первые семейные. Yeah.
Посмотрите, у нас здесь такое азартное строительство джамки идет. Прям посмотрите, сейчас точно сделаем, поставим рекорд. Вы было здесь сначала начали. Так я им говорю, они меня не слушают, строительство. Наша аккуратно, она у вас, видите, упадет сейчас. Надо было в конце доставить две, чтобы она устойчива была. Папа учитель, но строит, как говорится, знания. Знания детей. Да, на 2075 надо выше. Теперь здесь. Давай, 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 давай. Сейчас нет, сейчас. Правильно сделаем? Теперь вот эти нижние убираем тихонько, нижние. Нижние. А как выше ты поднимешь? 2075. Возможно, возможно. Мама, можно вас еще раз?
конкурент мы тебе найдем. Кто из девчонок сможет оставить его конкурент? Это вы. Не, она другие танцы танцует. Она другие танцы. Мы сейчас узнаем, какие танцы танцует Ольга. Она снимает туфли. А что снимет Алексей? Он снимает тоже. Да ладно, он снимает. Оля, почему как-то за вас сразу все начали болеть, что вы танцуете, что вы любите танцевать? Да. Покажите. Уже не кажется бесконечно Сейчас будет песня «Экспромт» про наш с вами свадебный вечер. Вы стоите. И вы стоите, ничего не делаете. В какой-то момент я говорю: Алексей, танцуй, и в этот момент только вы начинаете танцевать. Потом куплет, вы снова стоите, ничего не делаете. Оля танцует, Оля начинает танцевать. Кто-то из гостей, кто-то из гостей. Ну все, все, пока стоите. Ну что ж, поехали. Сегодня все мы собрались на супер праздник. Улыбками все лица. Будем-будем сегодня отрываться. Будем-будем сегодня веселиться. Настроение у всех на позитиве. Скачем буду танцы до упаду. Ждем свадьбы, поздравляю вас, ребята. И желаю много-много слада. Сейчас Оля нам покажет танец для русской души.
две команды. Первая команда вот этого столика и вторая команда вот этого столика. И не забывайте, у нас девиз «Один за всех». Поэтому вам нужно показать свою сплоченность нашим молодым и вам также. Я этот столик приглашаю на эту сцену в круг, а этот столик в этот круг. Это самое легкое, где можете принять участие. Просто звучат мелодии, вы всей командой отгадываете. Поэтому, внимание, прежде чем начнется песенный баттл, вам нужно придумать название команды. И вам нужно придумать название команды. Девиз, девиз. Выбрать капитана Самалкина и капитана. У вас есть на это ровно одна минута. Поехали. Не девиз. Название. Да, только название. Три, четыре. Денсина Анастасия. Что, три человека в команде? Три, четыре. Денсина Анастасия. Просто сила. Поставим то, соперники. Денсина Анастасия против. Три, четыре. Борька. Борька или Борька? Борька. Б. Борька. Ну, ладно, пусть так. Ваш девиз. Три, четыре. Мы работаем до двух пяти нас. Ура! Ваш девиз. Три, четыре. Капитан Борки и капитан Тенциной Анастасии. Название это какое? Слушайте. Кто капитан у вас сегодня? Мама. Давайте, кто у вас капитан? Лёха. Лёха против Юли. Пожмите руки друг другу. Команда, дайте, пожалуйста, стул для вашего капитана и стул для вашего капитана. Ага, вот. Итак, на этот стул присаживается капитан Борки. Это Юля. Ну и прежде чем начнется наш песенный баттл, вам всей командой и вам нужно настроить ваших капитанов на победу. Сделать массаж плеч, рук, ног. Всей командой, поехали! Да ладно! А где ты думаешь, что вы делаете? Кто болеет за Юлю? Кто болеет за Лешу? Напоминаем, мы разыгрываем ящик пива. Здесь дружбы не бывает, всегда какая-то команда его заберет. Либо Борька, либо Татьяна Анастасия команда. Ну что ж, рассказываю задание. Пиво у них вот там они спрятали. Подождите, рассказываю задание. Сейчас два раунда будут. Первый раунд звучат 6 песен. Вам нужно угадать название мелодии. Вы все подсказываете своему капитану. Пока, если вы будете мне кричать, пока Юля мне не скажет, ответ не приму. Вы все подсказываете Лёше. Ну вот, если вы нажали, нажимайте. И молчите, я считаю, до трех, вот переходит к другому. Если вы нажали и дали неправильную композицию, еще раз посвящаетесь. Ну что ж, первый раунд разыгрывающих пива. Поехали! Но за счет пока 1-0 в пользу команды Борька. Вы поближе подойдите, поближе. А капитан тоже нажимает. Ты что как Борька? Второй трек. Белая песня.
очком. Молодец. Вот видишь, с очком уже веселее. Дальше. За углом и когда ненавидел весь дом, только песня совсем не о том, а о чем? Как не ладили люди с котом. И говорят, не повезет, если черному коту не пойдет, а пока наоборот. Ну что ж, на Юля была. Лидирует команда «Тельцинар» за себя. Дальше. Сериал, фильм, мультфильм. Пока лидирует команда Сергея. Ну что ж, фильмы, сериалы, поехали! Честно, Настя была первой. Да. Да. 1-0, дальше. Еще 2-0. Настя решила сыграть сухую. Дальше. Он же нажимает и молчит. Я же жду. Алина, ты что не знала про Саш? А Рузан, ты что про Саш не смотрел? Еще 2 очко, дальше. Ничего на свете лучше нету, чем родить друзья по белу свету. Поехали!
Ну что, смотрите, я считаю... Нет, они в разные жали. По баллу за Санта-Барбару. Итак, получился у нас счет 4-3, да? 4-3, раз по баллу. В первом раунде у нас с отрывом большим победила команда Танцина Анастасия. Во втором раунде на один балл всего опередила команда Борьки. Так, подождите, ладно, давайте так, убираем стулья. Ставьте маску, сложно выбрать кого-то. Музыка, поехали! Поменяли. Поменяли. Давай! Детками!
мечта осуществилась! Друзья, наших молодых приехал подряд Мишка Гарри, и он приглашает всех гостей на танцпол танцевать детский флешмоб в честь нашей невесты, и чтобы все мечты осуществили. Приглашаю всех на танцпол. Сегодня по новостям говорили, что сегодня день белого медведя еще. Ну что ж, Мишка Гарри, зажигай, мы повторяем за тобой. Поехали! Уважаемые дамы и господа, просим вас собраться поближе к сцене, потому что сейчас будет ничего.
много-немного братья, сестры, родственники рассказывали о молодых. Если вкратце расскажете историю вашей дружбы, то будет круто. А с конца? Мне же сказали с конца. С того конца. С того конца, да, историю. Ну, с того конца. Миша, встречайте, одноклассник. Ну, говорить много не умею, вроде. Серегу знаю с детства, с первого класса, со второго. Был причастен к встрече с Настей. Было такое дело. С Серегой много чего попало, творили в детстве. И после тоже. Хочу... И до сих пор, да. Хочу пожелать, чтобы у них все было хорошо. Сейчас осталось завести детей только. Уже все почти есть у Сереги с Настей. Очень счастлив за Серегу. Он как друг детства. И в школе мы с ним вместе все время были. И после школы тоже не забывали друг друга. И в армии он мне звонил. Когда сам был в армии, я ему в армию звонил. И ну, дружба такая с детства, с первых классов. И первый там набедокурили, поле поджигли. Ну, ты все-то не рассказывай, мало ли там был по молодости. Ну, все-то я не рассказываю, там так, по мелочи. Здесь же родители, понимаешь? Желаю, в общем, счастья, чтобы все было у вас благополучно, и дальше так же жили хорошо, все у вас было, детей. Счастливо, счастья. Как бы не расплакаться? Очень счастлив за вас. Мы присоединяемся ко всему сказанному за всех сразу. Ну, мы семья Хвердиновых. Хочу сказать, одна у нас мелкая спит, тоже передавала. Да, всего самого наилучшего, там, счастья, любви, здоровья, там, ругались. Ну и все поздравления и комплименты сегодня для вас, наши дорогие молодые. Примите Примите самые искренние поздравления с днем свадьбы. Пусть ваша жизнь будет долгой-долгой и самой счастливой. Пусть только приятным мгновением наполняют каждый день. Пусть родившийся ныне союз согревает ваши души, сердца. Пусть пламя великой любви вовек не остынет. Пусть ваш дом будет полон друзьями. Пусть исполнится все желания крепкого здоровья вам, всего мира, долголетия. Пусть всегда вам улыбает судьба. Вау. И тише, да, мы... Вообще ждем. Еще давно уже. В общем, поздравляем вас. Ура! Молодец. Настя, Сережа, поздравляем вас с днем свадьбы. Желаем, чтобы каждый день у вас был шикарный, лучше предыдущего. Живите долго и счастливо, мы вас очень любим. Пусть в вашей семье будет всегда идиллия. Настя, Сережа, поздравляем вас от нашей семьи. Тут ведущий сказал рассказывать, каждый как познакомился историю. Я помню историю, мы ездили на Каму летом. И Настя там, наверное, так получилось, что Сережа много работал. И первый день его отпуска у него был, и у него жена такая понимающая. Жарила шашлыки. Сережа лежал, отдыхал. Так вот, хочу, что, ну, понимаете, что у вас в вашей семье есть понимание, доверие друг другу. И вот хотелось бы пожелать, чтобы это понимание друг у друга оставалось между вами и длилось до последних ваших дней. Золотая жена! Я только добавлю. Все доброе, хорошее, пусть надвое умножится, ведь вы друг друга любите, а прочее приложится. Поздравляю вас! А мы познакомились с Настей в ноябре 2010 года, как я приехала в Ижевск. Одноклассница с параллельного класса. Дорогие наши Настя и Сережа, поздравляем вас с этим знаменательным днем. Много хочется пожелать вам. Самое главное – это бережно хранить и ценить те чувства, которые вы испытываете друг к другу. Беречь друг друга, уважать, баловать заботой и лаской. Пусть никакие трудности не омрачают вашу жизнь. Желаем вам побольше романтики и ярких впечатлений. Быть друг для друга нежной опорой и поддержкой в любой ситуации. Любите друг друга. Горько! 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 Горько!
так буквально к речи. Я думала, как бы не расплакаться. Не плачь, нормально все. Дорогие мои Настенька и Сереженька, я вас очень сильно люблю. Я очень дорожу вами, вашей дружбой, отношением ко мне. Я хочу рассказать о том, как мы познакомились с Настей. Мы познакомились с Настей, когда мы начали учиться вместе. Это было в школе. Ну, нам было лет 14-15. Я до сих пор помню, как мы вместе гуляли. Мы идем по улице, где-то по Пушкинской. Мы начали разговаривать о свадьбе. Я помню до сих пор те слова, которые мы сказали друг другу, клятвенно пообещали друг другу, что мы на свадьбах у друг друга будем свидетелями обязательно. Отлично погуляем у друг друга на свадьбе. И, наконец-то, я дожила до того дня, когда у вас свадьба. Сереженьку я тоже, можно сказать, увидела сразу. Настя меня познакомила буквально через пару месяцев, так что я Сережу знаю больше 7 лет, можно сказать. Я хочу сказать вам такие теплые слова, то, что я вас очень люблю. Я хочу вам пожелать долго жития, друг друга понимания, искренности, чтобы вы друг другу прислушивались, обязательно уважали друг друга, чтобы ваш уют, чтобы вы вели свое гнездышко вместе, рука об руку, и не отходили ни от друга, не забывали про своих друзей, близких, про своих родителей, также любили свою мамочку, папочку, которые вас вырастили, дали вам образование, дали вам встать на ноги, и сейчас вы вместе. Я вас очень люблю. Настя, Сережа, вы у меня самые лучшие. Люблю. Обнимашки. Thank you.
показал хорошую фигуру, покажи бицуху всех, покажи. Смотрите, какой бицепс, какая грудь. Девчонки, вам нравится? На самом деле, что сделал Алексей? Вот настоящий мужчина должен построить дом, родить ребенка, воспитать, посадить дерево, а еще порой делать такие вот глупости ради улыбки на лице его девушки. И девушки, девушек всех в этом зале. Потому что Леха настоящий русский мужик. И он крутой!